Снег стремительно тает, трава сохнет. Пожароопасная обстановка совсем скоро выйдет на первый план. Как район подготовился к этому сложному периоду и что делать сельсоветам, чтобы соблюсти новые требования противопожарного режима? На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям постарались ответить на эти вопросы. Какова общая группировка сил и средств, предназначенная для тушения природных пожаров? Сколько людей, единиц техники, спецавтомобилей и пожарных прицепов? Все определено, проверено и готово к работе. Ведется круглосуточный мониторинг лесной пожарной обстановки. Сюда планируется подключить и глав сельсоветов. Есть возможность в преддверии пожароопасного периода установить желающим главам мобильное приложение «Термические точки», где в режиме онлайн вы будете наблюдать за своей территорией, за возгоранием, зафиксированным космическим мониторингом. Все какие возможные превентивные мероприятия на текущий момент нами выполнены, а продолжаем их выполнение. Если говорить о прогнозе, то прогноз, жары какой-то особой пока прогноз не показывает. Но, тем не менее, вы знаете, особенно главы поселений, чуть только снег сошел, ветром продуло, все, побежали нерадивые люди поджигать траву. И начинаем бегать, тушить, спасать населенные пункты. Отдел надзорной деятельности ставит важнейшую задачу – устранить возможность перехода ландшафтного пожара на населенные пункты. Самым эффективным средством считается противопожарный разрыв – та самая минерализованная полоса. Вот только с 1 января 2021 года правилами противопожарного режима установлены новые требования. Ширина полосы теперь не менее 10 метров. Ею должен быть защищен населенный пункт от перехода ландшафтного пожара. Это прописано в федеральном законодательстве, и отойти от него мы уже не сможем. Мы в любом случае будем выполнять, более того, там сказано, не менее 10 метров. То есть больше можно, меньше нельзя. Поэтому, как ни крути, проверки придется проводить. Наиболее дотошные главы сельсоветов уже знают, что обычная опашка не создает настоящую минерализованную полосу. Необходимо снимать плодородный слой почвы до глины. Выполнить все по новым требованиям к сезону, который вот-вот начнется, задача крайне сложная. Поэтому главам предлагают определить наиболее опасные участки и начать с них. Есть и другие возможности. Полевую дорогу вы можете, она, как правило, метра 4-5 может составлять. Поэтому ее можете считать за часть минерализованной полосы. То есть, чтобы юридически соблюсти ширину этой минполосы, можете вдоль нее пропахать еще недостающую ширину. Я буду ее рассматривать как в этом году, как состоявшуюся минполосу. Весенне-летний пожароопасный период касается не только муниципальных образований, но также лесников, сельхозпредприятий. Чтобы защитить населенные пункты и леса от огня, необходимо взаимодействие всех структур.